Всем привет, продолжаем наш дневник. Хотели бы извиниться за небольшие технические неполадки. К сожалению, были определенные задержки, так сказать. И выпуск у нас примерно несколько недель уже не выходил. Обязательно реабилитируемся. В этом выпуске посмотрите заодно кадры, выезд в Томск и еще много интересного. Всю тренировку смотреть нельзя. Поэтому будем соблюдать. Да. Это сотрете? Конечно, конечно. То есть будет все, это? Все. Нет, только это я оставлю. Где мне монтаж? Только это оставлю. Сделаем перформанс, посвященный... Всем привет. Мы находимся в снежном и холодном городе Томске. Мы одержали победу, что нас очень радует. Хотелось бы, наверное, пару слов сказать о том, какие были сложности у нас на входе. Да, на входе у нас были сложности. Нас очень долго держали, была очень большая очередь. Проверяли паспорта, черные списки, выборочные. Ну, у кого проверяли, у кого нет. Сверялись с черными списками. Ну, вроде никого. Все прошли, никого не забрали. Пока мы тут сидим в Томске, решили повспоминать некоторые выезда, и в первую очередь, наверное, томские выезда, потому что в этом году, сколько мы там, все-таки 11 лет, как Томск вышел в премьер-лигу. Пауза! Только что столько говорили. Ты на паузу нажала? Блин, что ты человек? Оденешь майку, буду разговаривать. Я в свитере. Не надо шуточки. А, это свитер вот такой? Извини, пожалуйста. Ну, то есть вы это сотрете? Конечно, конечно. То есть будет все, это? Все. Нет, только это я оставлю. Где мне монтаж? Только это монтаж. Ну, серый, холодный. Самый запоминающийся Томск. Это какой? Это каждый какой день. Из? Какой не всегда был. Черчесову байкрут устраивали, писали во дворах баннер. А кто привез баннер? Ой, а кто привез тряпку? Не слабый, только слабый. Власти убирает сильных. Ну, это известный цитата. Когда порвали, получилось, только слабые власти убирают сильных. Милиция прибежала, сказала убрать. А потом, когда им объяснили, сказали, ну, надо поднять, ладно, хорошо, мы не против. Это не про нас, можно поднять. Да. Аргументы. Во-первых, минус 15. А во-вторых, Фернандо, это похрен. Часто люди, к сожалению, не ценят нашу работу, да, то есть думают, что это как-то все легко, само там делается. Делаем перформанс, посвященный, ну, можно сказать, ну, говорю как есть, посвященный нашему главному тренеру Массимо Каррере, который заслужил, как мы считаем, как минимум уже заслужил, чтобы к нему относились с уважением. Красава, Серега! Да? Давай, третьим. Давай, давай. Серег, камера на тебя все. Собственно, вот так вот. Попал нам прямо в камеру. К сожалению, открытая тренировка длится всего 15-20 минут. Наш уважаемый Леонид Федорович просит даже нас... Даже перед матчем Лиги Чемпионов на будущий год, когда мы будем играть в Лиге Чемпионов, и то там разрешается только определенное время. Понял. Всю тренировку смотреть нельзя. Поэтому будем соблюдать принятые правила. Да, а для нас матч с Амкаром – это путь в Лигу Чемпионов. Отлично, отлично. Приходите на матч «Спартак». Приходите на матч с Амкаром, нам нужна ваша поддержка.
Мы ждем вас на матче Спартак Амкар. Нам важна каждая. Давай. Сегодня мы решили сделать фон, не стали использовать модули, потому что уже несколько перформансов делали с модулями, да. Сегодня решили сделать живой фон из шарфов. Шарф – это самый главный атрибут нашей поддержки во всех странах мира, во все времена. Шарф – это наша, как это, можно так сказать, что шарф – это некий мостик между нами и командой. Проходной билет на футбол. Проходной билет на футбол, можно, да. Ездили в Тарасовку на днях. Расскажи вообще, как атмосфера, опять-таки, кадры кадрами, но что ты видел, то, что не удалось, может быть, снять? Самое главное, что я увидел в Тарасовке, это команду. Наконец-то я увидел команду, наконец-то я увидел боевой коллектив людей, которые готовы биться за чемпионство, за первое место, за высшие ступени. Самое главное. Все остальное – это уже мелочь. Относитесь к труду фанатов к сложению.